Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 4 февраля 2024 года. И посмотрите, какие чудесные фото, приветики мне прислал Александр. Это новый папочка нашей Чарути, которую дома решили звать Черри, потому что вот она уже играет. Сегодня утром она приехала в Калугу с компанией Pets Tour. И на видео наша Чарути, вот она справа, играет с своим новым приятелем, которого зовут Ричи. Черри и Ричи теперь будут жить в одном доме, оба кастрированы. Ричи не выпускник нашего питомника, но его покупал Александр также с доставкой через компанию Pets Tour, чем был очень доволен. И когда узнал, что мы тоже отправляем с компанией Pets Tour, заказал вот Чарути с доставкой компании Pets Tour, так как полностью был уверен в этой компании. Посмотрите, сегодня утром Чарути Черри приехала в новый дом в Калугу. И вот она уже с своим новым приятелем Ричи спит в одной лежаночке, играет в одну игрушечку. А также я написала Александру, что очень рада, что так быстро девчонка освоилась, на что он прислал мне вот такую фотографию и написал, что да, она вообще ласковая и контактная. Вот такие вот ребята. А также Александр уточнил еще по поводу питания Чарути. Чарути, напоминаю, 1,5 года, уехала от нас она вчера буквально, что называется. И сегодня вот утром она уже в новом доме. И я подробно написала, что можно ей давать, что нельзя, в совокупии с тем, что мы уже давали ей за эти 1,5 года. На что Александр мне ответил, что да, мы смотрели ваши видео, чем вы и как вы кормите, и своему тоже стали, изменили рацион и начали добавлять все свежее. Стало гораздо лучше с пищеварением. О чем, дорогие друзья, я специально делаю это в видео, чтобы никто не думал, что я это выдумываю из своей головы. А также я хотела показать фото, приветики от другого выпускника. Так, секундочку, это у меня бум-бум-бум нашего питомника. Кто помнит? Это наш Зиданчик. Я говорила, что у меня не все фото-видео-приветики от выпускников нашего питомника поместились в одно видео. Поздравления с Новым годом. Зиданчик переехал в новый дом к выпускнику нашего питомника Ратибору. Ратибор был уже взрослый, а Зиданчик, ну, как бы 4 месяца ему было. И вот, Ратибор тоже поздравления с Новым годом присылали нам. Просто в Телеграм я вот специально сохранила отдельно сюда, чтобы не потерять. Из Телеграма перенесла в ВКонтакт. И вот, посмотрите, как Ратибор и Зиданчик любят друг друга и целуют, вылизывают друг друга, спят в обнимочку. Это два выпускника нашего питомника, которые в разном возрасте переехали в новый дом. Посмотрите, какие целовашки, обнимашки. Это я специально показываю, говорю тем людям, кто боится к своей взрослой собачке взять уже так же другую собачку в компашку и, может быть, даже подрощенную. И опять-таки, конечно, в основном я говорю за собак нашего питомника, которые социализированы, которые живут в компании. Не знаю, ребят, отсвечивает вам или видно, потому что я снимаю, как всегда, со своей подсветкой. А завтра Борьке 13 лет. Это вот его как раз-таки внучата, правнучата. Я вот готовлю тут какое-то фото возьму из его молодости для превьюшки. И кто еще не видел, посмотрите на канале нашего питомника в сообществе. Большой выбор щенков и подрощенных, и маленьких. Открыто для резерва и готово к продаже в нашем питомнике, за которых я даю гарантию и здоровья генетического, и физического.
и социализации характера, ласковые, контактные, не дерущиеся, здоровенькие, крепенькие, выращенные на природе и свежем воздухе, с уравновешенной психикой. За всех других я сказать не могу. Я не могу сказать, что только у меня такие красивые, умные, воспитанные, здоровые собаки. Но также не могу гарантировать, что прямо у всех вот такие собачки, которые в полтора года приехали в новый дом с утром и стали играть с их питомцем и относиться к новому владельцу, как будто всю жизнь там жили. Поэтому выбор за вами, ребят. Я показываю то, что есть, поэтому делаю эти видео для вас, специально для вас. Прощаюсь с вами ненадолго. Увидимся завтра в новых видео. Будем поздравлять Бориса, прапрадедушку вот этих вот щеночков. С днем рождения, 13 лет завтра Борьке. Всем пока-пока и до новых встреч.